Велопрокат в столице возобновит свою работу в апреле. Это видео-версия сайта «Моя Москва онлайн» и прямо сейчас подробности. На сайте мэра Москвы сообщается, что в апреле столичный велопрокат возобновит свою работу. Ожидается, что в новом сезоне в городе появится еще 100 новых станций велобайка. В пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры отметили, что жители и гости столицы будут иметь в своем распоряжении 629 пунктов проката и более 6500 велосипедов. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!